Привет, это Metal Gear. The Intel team has come back with its report following its investigation into PF Logistics. Cypher has to be involved with this distribution network somehow. One thing in particular caught my eye. A convoy that regularly crosses the Savannah. On paper, it's just mined resources going to the government, but the security's much too heavy. At the very least, it's worth checking out. Take a look at the mission. Please select a mission. Mission accepted. Map has been updated. Надо награду получить. И на внешние задания отправить можно кого-нибудь. Нет доступных отрядов. Это все могло бы и строиться, когда я не в игре. Тогда было бы намного проще. Почти час будет строиться. Настоящий час. Туда еще час этот скакать буду. Если не дольше. Могли бы подбросить меня туда. Только шлем ему сбил. Я их убил, чтобы они тревогу не подняли. Да они достали, я не вижу, где я. Стреляй, он перезаряжается. Ладно, как ты все равно скачи, давай. Скачем, скачем, скачем. Как можно быстрее. Еще 150 метров. Он мог бы в это время рассказывать анекдоты. У меня постоянно там сотрудники драку устраивают. Караван предателей. Надо сделать очень важное. Boss, your
Our target will be any time now. Start by heading to that guard post. Then follow the escort unit. It should lead you right to the target truck. Boss, extract them from the mission area. You can check the target details on your iDroid. Костюмчик-то я тогда напялил, но он не сохранился. Я не прочитал, что он говорил. Надеюсь, ничего важного. Какое у меня задание-то вообще? Бронемашина сопровождения найдена, грузовик найден, грузовик эвакуирован. И всегда есть еще какие-то дополнительные неизвестные задания, как я о них должен узнать? Я без понятия. Сейчас наденем свой супер крутой костюмчик. Все, теперь мы настоящий боец. Скачем. Ну не офигели ли они? Какое там задание? Бронемашина сопровождения найдена, грузовик найден, грузовик эвакуирован. Даже не видно. Там вон еще. У этих нет каких-нибудь крутых навыков. Ого, у него зашкаливают какие-то две способности. Его вот точно надо забрать. Это обычный бомжара. Вот этот одаренный какой-то. Что ты здесь делаешь? Среди этих бандитов. Неужто он заснул? Да ну просканируй чего-то. Анализ complete. Ну, у этого хоть какой-то там талант есть. Правда, слабенько он развит. Get after them. They should rendezvous with the target soon.
Это никак разорвать нельзя. Ну вот их маршрут. О, ну вот. У меня дополнительное задание. По разведданным установлен примерный маршрут. Так, грузовик эвакуирован, бронемашина сопровождения найдена. Я лучше скачу на центр этого маршрута. Как тут быстрее добраться-то? Я надеюсь, там хоть кто-нибудь ехать-то будет. И как узнать вообще о всех этих пунктах задания? Это же нереально, там вон что-то стоит. Думаете, это вы меня увидели? А тут у меня оглушителя уже нету. Лошадь мою прогнал. Сразу поплатился за это. Че ты встал-то, баклан? Вон тот вот смотрит сюда. Его бы убить. Особых навыков нету. Да ничего он не понял же. Обалдели. Это из-за этой крысы. Нечего ему жить в этом мире. Где они едут-то?
А, надо их перемочить, что ли, всех. Их еще двое. Тут ресурсы есть. Лучше бы мне глушитель дали еще один. Могли бы сказать, что мне делать. Тут же никто не едет. А, колонна. Провал. Да боже, там едет кто-то, убери ты штуку эту вонючую. Ничего. Меня всего лишь убили. Так, надо запросить. C4. Please specify a project. Во-первых, громы сбросьте, уроды. Supply drop complete. Так. Дальше что у меня там по плану? Please specify a project. Please select a drop supplies requested. Там еще враг. Или это машина? Или что это? А все, что я взял, не засчитали? Едут.
Боже! Мне кажется, я нужный грузовик подорвал. Босс, truck you just destroyed was the target. Mission failed. Давай шапочку напялим. Extract the PF transport truck. Throw a wrench in the Cypher's plans. You can view the escort unit's predicted route on your map. The target should link up with them somewhere along it. Expansion, please specify a project. Сначала надо C4 сбросить. Please select the supplies requested. Преграждаем путь. Это говно увидела. Мой ящик летающий, наверное. Быстрее. Please specify a project. Please select a drop point supplies requested. Supply drop complete. Ну, успеваю я, нет. Вон они едут быстрее. Дальше проезжай, деревенщина. Enemy presence detected. The map has been updated. Этот груз неплохо так охраняют. Ого, они какие мощные там.
Вот иду-ка я сюда и посмотрю. Ай, где эти штуки-то? Как она называется? Чтобы скидывать. Надо еще доставку запрашивать. Давай быстрее. Чтобы я мог его так эвакуировать. Просто их не убить. Я не хочу переигрывать. Сразу пыль за них поднялась. Там я вон кейсик не взял. Ой, это чертежи. Ты мог бы нормально ползти. Разворачиваться, к примеру. Ну, пометь его. Они вообще, что ли, тупые? Или они только воевать и умеют? Black carrot. Something of an ancestor to the domestic carrot. It's also a favorite of wild animals. О, а этого убить можно, наверное? Оглушить их не получится? Мне надоело ползти, это так долго. Я его могу тоже забрать? Ладно, я просто решил его убить. Шапочка с работой. Шапочка! Я на шапочку надеялся, что за бред? Где мой конь? Я для этого и убил, я мог по-тихому уйти, я не хочу переигрывать. Тупой конь, иди сюда. Теперь бежим туда. Теперь бежим сюда. Я помню вас, парни. Я помню, как с вами справляться. Они обгоняют, а потом там стрелять начинают. Лучше бы я того водилу не убивал. Все ведь гладко было. Даже слишком. Долго еще удирать от них?
Вот был бы глушитель, все было бы идеально. Когда это закончится? Достижение караван. Extraction arrived at Mother Base. Development project has been added. Ну я опять могу что-то развивать. Boss, we searched the truck you recovered. There were two primary types of cargo. First, drums of malachite, a copper ore. That took up most of the truck bed. But malachite isn't valuable enough to warrant an escort. The real cargo was likely the second item, a shielding container. The contents, yellow cake. That's right, the raw material for a nuclear weapon. That might point to the weapon to surpass Metal Gear Emmerich told us about. But who can say? Thing is, there isn't a lot of it. Not enough to make a nuclear warhead. Give us some time. We'll look into it. Try to figure out why they had this under such close guard. Элитный солдат. Sideops list updated. This is an emergency. We had two intel team agents undercover at the PF, Contract Forces of Africa. The CFA have captured them both. They don't have long to live. You've got to get them out of there ASAP. This means Cypher might be getting wind of our existence. We may need to move more cautiously from now on. I just hope this incident has nothing to do with them. I've added the details to your mission list. Don't let them down, boss. Что за проникновение такое? Семнадцать минуточек будет развиваться. Лучше бы из этого что-нибудь открылось. Что это? Личный баллистический щит. Что же мне раньше о нем не говорили? Я думал, это магазин какой-то. Please select supplies requested. Получите награды за действия в ходе несения службы, выполнения внешних заданий, оборону базы и так далее. Ваш сотрудник удостоился награды. Перейдите в раздел награды, чтобы получить ее. Провалено. Провалено. Supply drop complete. Сразу бы сказали, что это такое. Это не очень-то классно. Please specify a project. Хотя это, наверное, опять не сохранится ничего. Щит — это фигня, я думал, какой-то крутой щит в костюме там. Что-нибудь такое.
Мне же не хватит, чтобы это все прокачать. Да, не хватит. Я вообще бомж. Ладно, пока.